Шотландские ученые выяснили, что потепление будет вести к снижению частоты ударов молний. Из-за этого природные пожары станут реже, в особенности в тропиках. Молнии возникают от трения микроскопических частиц льда в облаках. В современных условиях молнии чаще всего бьют в тропических и экваториальных зонах. Там теплее, от этого выше влажность воздуха, больше высота облаков. Поэтому долгое время считалось, что глобальное потепление будет вести к росту частоты ударов молний. В этот раз ученые попробовали сделать оценку ударов молний на основании микрофизических моделей. У них получилось, что при снижении разницы температур между слоями тропосферы вынос частиц льда вверх будет уменьшаться. Поэтому даже при большой высоте облаков частота образования молний будет снижаться. Это позитивная новость. От молний возникает большое количество природных пожаров, которые приводят к гибели заметного количества растений и животных. Кроме того, молнии часто повреждают инфраструктуру и дома. Те самые молнии, которые долетают до земли, они представляют опасность для человека. Чем больше молний, тем, конечно, хуже. Это однозначно, тем хуже для человека и для его, так сказать, инфраструктуры и прочее. Для природы в том числе хуже. Это однозначно. По расчетам авторов работы, частота ударов молний по всему миру снизится на 15%. Диана Хайрулина, Универ Ньюс.